Сегодня праздник трех святителей, Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Это, если можно так сказать, были духовные лидеры. Духовные лидеры – это, может быть, самое главное, что нужно. Вот, к сожалению, вот у нас на Украине и сейчас, вот в наши времена, как раз и не достает таких духовных лидеров. Мы видим лидеров политических, мы видим разных авантюристов, мы видим бизнес, все что угодно, но за этим не стоит никакая духовность. За это стоит материализм, за это стоит какие-то личные выгоды. И, как всегда, страдает народ от этого. Народ хочет свободы, народ хочет... как бы быть хозяином, может быть, своей жизни, своей страны, но этим пользуются разные вот такие вот политики, и в итоге народ оказывается окраден. И как раз это потому, что нет таких духовных лидеров настоящих, которые действительно могли бы стать вот светильниками, символами, духовным авторитетом. У нас нет ни одного духовного авторитета, к сожалению, в нашей стране. Действительно, не такого искусственного, а настоящего духовного авторитета. Вот как раз я и хотел бы пожелать сейчас всей нашей стране, всем нашим людям, и православным, и неправославным, чтобы у нас действительно Господь нам послал такого духовного лидера, за которым бы мог пойти весь народ, весь православный народ и вся наша страна, чтобы действительно она стала по-настоящему православной, как она была тысячелетия. Так что дай Бог, чтобы это совершилось.